Всем привет! Вы на канале Blabla Fusing, где я продолжаю рассказывать о том, как я делаю украшения из цветного стекла. Сегодня мы будем собирать колье из 5 элементов. В принципе, сборка украшений для фьюзинга – это не самая сложная его часть, но ближе к клиентам. Итак, колье состоит из вот таких 5 элементов. Они, в принципе, одинаковые в данном случае. И я одеваю их, получается, на все тот же мой любимый вощеный шнур. Где-то, значит, нужно отмерить необходимую длину с учетом того, что будут еще узелки. Узелки забирают достаточно много места. Вот. И где-то, вот, допустим, я отмеряю, вот сколько мне нравится, вот так. Как я собирала кулон, браслет и сережки, я рассказывала в одном предыдущем видео. Вы можете увидеть их на моем канале. Так, сколько? 4. 4 кусочка одинаковых вощеного шнура я отрезаю. И продеваю их. Получается сквозь отверстия, которые уже сделаны в этих элементах. Между ними я одеваю вот такие вот под старую бронзу металлические бусины. Для того, чтобы они друг другом не падали друг на дружке, все эти элементы, когда будут уже в готовом виде, между ними обязательно должно быть какое-то разделение. В частности, это в данном случае это бронзовые металлические бусины. Вот так они выглядят. Такие тяжеленькие. Вот фактически вот так это уже выглядит будет. Теперь нам нужно вот эти бусины соединить на середину. И вот здесь вот зафиксировать сами элементы с бусинами, зафиксировать их на простой обычный узелок. Можно это сделать тоже с помощью каких-то бусин, еще каких-то, допустим, маленьких бусинок. Узелков. В данном случае просто завязываю на узелки. Видно, да? Вот, и получается, что они у нас никуда уже не сдвинутся. Теперь я отмеряю необходимую длину. Ну, наверное, вот так хорошо будет. Так. И закрепляю так же, как и я показывала в одном из видео, закрепляются кулоны, концы веревочек. Закрепляем их чуть-чуть клеем. Обыкновенный момент водостойки, классик. И одеваем концевик. Тоже, соответственно, цвет бронза. Зажимаем его как следует, чтобы зафиксировать, и одеваем колечко, на которое будет застегиваться карабин. Здесь я еще хочу добавить вот такую цепочку для того, чтобы клиент мог регулировать длину своего украшения. Это очень удобно, потому что может быть разная одежда, а может быть разный вырез по форме и длине на одежде. И украшение всегда должно соответствовать этому вырезу.
что оно не должно туда проваливаться, западать или... Ну, то есть гармонично должно быть на шее. Так, с другой стороны точно так же я снова одеваю концевичок. Зажимаю это. И одеваю уже, получается, на колечко маленькое карабинчик. Вот такая красота у нас получилась. Красота. Страшная сила. В следующем видео я буду показывать, как я собираю боховское украшение из нескольких элементов. Смотрите на моем канале. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте сердечко в ТикТоке, задавайте вопросы и просто пишите комментарии. До встречи!